жатва есть кончина века, так Господь сказал. И всегда у человека жизни есть финал. Небо для меня открыто, я навек спасен. Иисус моя защита, я им утвержден. Небо для меня открыто, я навек спасен. Иисус моя защита, я им утвержден. Если ты сегодня с Богом, славен твой конец. Несмотря на все невзгоды, ждет тебя венец. Небо для меня открыто, я навек спасен. Иисус моя защита, я им утвержден. Небо для меня открыто, я навек спасен. Моя защита, я им утвержден. Сейте доброе, святое, будет время жать. Иисус пошлет обильно с неба благодать. Небо для меня открыто, я навек спасен. Иисус моя защита, я им утвержден. Небо для меня открыто. Примите величие, о, пока я не сербатория сечериш. Домнул себе рекомендации Петрикая. Начнем наше богослужение с молитвы. Помолимся и призовем имя Господне. Отец Небесный, мы благодарны Тебе за этот день, за это богослужение, на которое Ты нас собрал. Благодарю Тебя, Господи, за то, что Ты благословил этот год особенным образом. Благодарим Тебя, Господи, за обильный урожай, который Ты дал нам на наших полях и огородах. И мы имеем что кушать, мы можем даже и уделять другим нуждающимся. Слава Тебе за это. Господи, благодарим Тебя за дождь ранний и поздний, за все, что Ты давал, Господь, в течение этого года. И мы сейчас радуемся осенью, когда мы видим эти прекрасные плоды. И мы сегодня сделали этот праздник, принесли наши плоды сюда, чтобы поклониться Тебе и возблагодарить Тебя. Прими эту жертву хвалы уст наших. Благослови народ Твой, чтобы каждый мог от души прославить Тебя, возблагодарить Тебя, и чтобы вместе мы могли радоваться Твоим благословением. Слава Тебе! Благослови, Господь, всю программу этого праздника. Благослови каждую душу, кто находится на этом месте. Открой сердца к разумению Писания и приведи к себе тех, которые еще не познали Тебя. Благослови, Господь! Прошу все это во имя Иисуса Христа. Аминь. Tatăl nostru care ești în cer, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ, pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispite, ci ne izbăvește de cel rău, căci a Ta este împărăția, puterea și slava în veci. Amin. În acele bogoslujenie, spăiam mesi a obșie bine, после чего наши молодые братья и сестры имеют программу. Отец, Лука, Тело,
Я хотел бы только напомнить, что Библия говорит, наблюдай праздник жатвы. То есть Бог сам дает повеление, чтобы, когда мы делаем урожай, чтобы мы это отметили, чтобы мы это сделали перед лицом Бога. И Бог давал поручение, чтобы первые плоды принести в храм Божий, чтобы Богу поклониться и благодарить Его. И мы сегодня как раз это делаем. Поэтому пусть Господь благословит нас в этом празднике. Время наслаждались и время вырывались посаженными.
И взять то есть такие слова говорит. Видел я эту заботу, которую дал Бог нам через то, чтобы по ней упражнять стол. Все сделал он прекрасным в свое время и вложил мир в сердца, и хотя человек не может постигнуть дело, которое Бог делает от начала до конца. Познал я, что нет для них ничего лучше, как веселиться и делать доброе в жизни своей. И если какой человек ест и пьет или доброе во всяком труде своем, то это дар Божий. Познал я все, что делает Бог, пребывает во век. Тому нечего прибавлять, и от того нечего хвалить. И Бог делает так, чтобы благодарили перед лицом Его. Что было, то теперь есть. И что будет, то уже было, и Бог возьмет прошедшее. Дорогие друзья, мы считаем, что есть всему свое время. Никто из нас не предал время, когда мы родились. Так же, как никто не будет время того, когда мы умрем. И только один Бог дает нам времена года, чтобы мы знали, когда поставить это семя. И Бог его определяет. И Бог определяет, когда это семя собрать. Когда собрать урожай. Знаете, если мы собираем этот урожай до зимы, мы бы его нашли? Нет. Потому что Бог поставил время. И потому что я говорю, что наблюдайте за этим временем. Знаете, мы хотим, чтобы сегодня мы смогли Богу спасибо. Знаете, мы видим, что сегодня мы, знаете, вот ранние кости. Мы собираем более рано наш урожай. Бог позаботился о нас. Вы посмотрите, в прошлый год, как люди говорили, что нету хлеба, не достает. Люди в убытке были, да? А смотрите, в этом году какое обилие. Кто дал это обилие? От кого зависит это обилие? Не от Бога ли? И Бог говорит такие вещи, все, что все создал прекрасно в свое время и вложил мир в сердца их. И знаете, что проблема? Что человек не может достигнуть дел Божьих. Знаете почему? Где это мешает? Неблагодарное сердце. Знаете, не состояние, которое должно быть. И хотелось бы, чтобы сегодня у нас с вами было благодарное сердце. Хотелось бы, чтобы мы сегодня взглянули в свое сердце. Чтобы мы сегодня взглянули на небо. Сказали, Господи, спасибо Тебе за прекрасный урожай. Знаете, хотелось бы сейчас петь песню, которая говорится «Осень жизни». У всех она придет. У кого-то раньше, у кого-то позже. Как мы ее встретим с каким урожаем? Ты сам,
корзины, представишь ты перед Божьим Сыном. Сегодня праздник жанра Родины, и Богу мы слагаем гимны. Он дал нам все плоды земли, благодари, чтобы мы могли хвалу Создателю честь, и поспеши мой друг приезд. У нас сегодня воскресенье, и праздник День Благодарения. Я вижу много здесь плодов, назвать их не хватает слов. Хвалу Создателю воздать за этот чудный урожай. У нас собрали так уютно, встречай праздник здесь мой чудный. Сегодня мы собрались вновь прославить Божью любовь. Создатель наш, владыка сильный, он урожай послал обильный. Вот овощи и фрукты, мед. Господь нам многое дает. Есть духовные дары для всей растущей детворы. Как много дал он детских книг. Господь своей любви велик. Он пастырь наш, деятель дивный. Послал нам Библию с картинкой. Прислал библейские рассказы. Я прочитал их все сразу. За все безмерные дела Ему и слава, и хвала. Мы праздник жатвы отмечаем, прославить Бога мы желаем. Лежать здесь груши, виноград, яблок выстроился ряд. Чеснок, картофель, свекла, как дивны Господа дела. А вот еще стоят колосся, богато урожаем осень. Из них испечем мы вкусный хлеб, он будет людям на обед. Я самый малый колосочек, и Господу люблю я очень. Меня Спаситель поливал и в житницу свою собрал. Иди, виноградник Божий, с тобой пойду я тоже. Работы много осталось, плодов соберем хоть малость. Хозяин идет навстречу. Спеши, друг, уж близок вечер. Дорогие друзья, нас это был лагерь. И подошел ко мне один парнишка, знаете, у нас мы тоже говорили там, или это была встреча. Я говорю такую вещь. Ты знаешь, я не такой фанатик, как ты, да, или как вы. Но я не хочу быть, мне этого не нужно. Я нормальный человек. Братья и сестры, смотря на все, что создал Бог, может ли человек сказать, что нету Бога? Может ли человек на все, что мы видим, сказать, что это произошло просто так? Неужели мы просто фанатики чего-либо? Мы, братья и сестры, мы истинные поклонники. И знаете, когда Бог задумал все это, и все ученые мира в этом говорят, что все сделано очень мудро, да, очень интересно, да, продумано. И здесь что говорит сам Бог об этом? И увидел Бог все, что Он создал, и вот хорошо весьма. И был вечер, и было утро, день шестой. Все, что сделал Бог, было хорошо весьма. Знаете, поэтому давайте славить Бога, восклицать Ему. Знаете, Писание говорит, что когда он увидел Бога, он увидел Бога, который у вас сидели, окружали ангелы и говорили, что свят, свят, свят Господь Саваоф. Знаете, и вся земля полна славы Божьей, хвалы, знаете, которые все приносят Богу. Птички поют, зелень. Бог все создал для нас, но это все прославляет Его, потому что Его рука в этом. Посмотрите на свои ладони. Знаете, Бог их создал. И эти Египта, если говорится о том, что все, что мы видим, было сделано и сказал Бог, то когда Бог сотворил человека, как там Бог совершил? Слепил. Да? Бог непосредственно касался, и в каждом из нас есть эта частичка Божества, есть наша совесть. Знаете, бывают, что люди, знаете, самые загадочные преступники, все равно у них есть совесть. Все равно что-то им говорит, что-то им стучит. Это частичка Божества. Это еще одно свидетельство, что Бог сотворил все, что мы поклоняемся и благодарим живого, правильного Бога. Бога, которого не просто мы знаем о Нем, но Бога, которого мы знаем Его лично, с Ним знакомы. Слово Его, Слово Божье, оно говорит нам, мы понимаем Его. Почему? Потому что мы знакомы с Ним, мы слышим Его, мы хотим услышать Его. И пусть Бог нам поможет, чтобы и в нашей жизни мы слышали Бога, чтобы Бог приносил плод не только, знаете, такой земной, но и нашей духовной жизни. Чтоб не дьявол нас царствовал, а Бог, чтобы нас царствовал.
Thank you.
această sărbătoare care este ziua Secerișului. Fiecare din noi așteaptă această zi. Seamănă cu divă, are pământul și așteaptă vremea când se strângă roada ceea ce a muncit el în tot anul. Ce-ar vrea astăzi, vă lăs un text care este la Galateni, capitolul 6, începând de la versetul 7 și mai în jos. Nu vă înșelați, Dumnezeu nu se lasă batjocorit. Ce seamănă omul, aceea va secera. Cine seamănă în firea lui pământească, va secera din firea pământească putrezire. Dar cine seamănă din Duh, va secera din Duh viața veșnică. Luați loc! Aș vrea să ne dăm o întrebare fiecare. Ce semănăm noi? Fiecare om ceva seamănă, ceva face. Fiecare om știe, uite aici am pus pătrăgele, aici am pus altceva, ceva la seamănă. Și cred că nu așteaptă pe acel unde a pus ceva să iasă altceva. Aștepte ceea ce a semănat. Și Biblia spune, nu vă înșelați, nu vă amăgiți unii pe alții, nu vă amăgiți singuri. Pentru că ce seamănă tu, omule, pe acest pământ, aceea vei recolta. Fiecare spune, astăzi este ziua. Am venit, uite câte frumusețe am adus noi. Am adus toate acestea. Le-am pus înaintea Domnului. Uite acestea. Aș vrea să trag un text ca să citiți, să vă gândiți la acest lucru. Și anume în Geneza, capitolul 4, începând de la versetul 3. După un timp oricare, Cain a adus din roadele pământului o jertfă Domnului. Trageți atenția! Roadele pământului. Uitați-vă aici, vedem ceva poate care nu este din pământ? Toate acestea sunt roadele pământului. A adus și Cain. Versetul 4. Abel a adus și el o jertfă din oile de întâi, întâi născuți ale turmei sale și din grăsimea lor. Și s-a uitat Domnul cu plăcere la Abel și la jertfa lui. Abel a adus ceva care nu este din pământ. A adus un mer, l-a adus o ceva, o substanță vie, care putea să trăiască în mulțea. Nouă de aceste roade, spuneți vă rog, cineva a făcut ca această roadă să crească? Eu am sărit în grădină, pe plăjere și le-am udat și nu le-am făcut, dar nu am mai crescut, s-a făcut niște ca niște pierjuri. N-am mai crescut, le-am udat, le-am făcut. Omule, pune orice. În câmp am semănat păpușor, am semănat totul, a fost ca la tot, dar n-am avut roadă. Dumnezeu este acela care face să rească, să dea totul. Și noi numai venim în această zi să-i mulțumim Lui. Să-i aducem laude pentru toate acestea ce ne-a dat El. Nu El, nu altul care s-a muncit, ci Dumnezeu a făcut să crească. Așa a adus și Cain. El a adus din roadele pământului, a adus în fața Domnului, le-a pus acestea pe altar. A venit, deci am fi spus că este prima roadă secerișului care este scrisă în Biblie. Aici a adus el aceste roade și le-a pus înainte. Dar Abel a adus din turma sa. A adus un lumen. L-a adus acela care putea să trăiască mulți ani, să înflodească, să aibă roade și așa mai departe, mult. Dar el l-a adus și l-a jertfit Domnul. Dumnezeu vrea să vadă ce jertfești tu. Ce jertfești tu de la tine. Ceea ce te doare, ceea ce ai, să-i aduci Domnului, să-i pui înaintea Lui. Astăzi aș fi pus o întrebare fiecăruia. Ce roade Duhului am adus noi în această zi Domnului? Nu aceste roade, acestea sunt a pământului. Roadele Duhului, roada sufletului meu. Ce am adus eu înaintea Lui? Aș vrea astăzi să vedem pe toți la rugăciuni. Ca să venim toți să-i mulțumim lui Dumnezeu. Și să rugăm ca să ne dea această posibilitate, această vlavă, să aducem roadele Duhului și n-a pământului.
pentru că și acestea le aduce Pământul, dar noi, eu, ce-am adus eu, ce-am făcut eu în acest an, cu ce mă pot înfățișa în fața Domnului, ce pot să-i spun Lui? Doamne, uite, acestea roade le-am adus eu, le-am făcut eu. Și anume, la Galateni spune, nu vă înșelați. Dumnezeu nu se lasă batjocorit. Nu poți înșela pe Dumnezeu. Nu poți face alte lucruri. Dumnezeu îți știe roada. Și în Apocalipsă spune, iată, eu vin curând și răsplata mea este cu mine, ca să dau fiecăruia după roadele pământului, da? Nu. După faptele, după viața ta, cum ai trăit-o tu pe acest pământ? Și cui ai dat această viață? Ai sărbătorit copiilor, ai făcut lucruri pământești? Omul aleagă toată viața pentru aceasta, ca să-și facă pentru el. Dar pentru Domnul, cel ce ai dat. Ai venit tu oare să-i mulțumești Lui pentru ceea ce a făcut El pentru tine? Mai aduc o pildă din Biblie ca să termin aceasta. Ne spune despre 10 leproși. Toți au fost bolnavi. Și Domnul i-a trimis, duceți-vă, arătați-vă preoților. Și ei s-au pornit. S-au vindicat pe drum. Și numai unul din 10 s-a întors să mulțumească lui Dumnezeu. Ești tu unul din acești 10 care vii să-i aduci laude și să-i mulțumești lui pentru toate ce a făcut el pentru tine, pentru noi, pe acest pământ. Haideți să venim în rugăciune. Haideți să-i aducem laudă și mulțumire. Hai să-i spunem ceea ce n-am făcut și ceea ce vrem să facem. Și lui să fie slavă în veci. Amin. Ne mulțumim. Ajută-ne, Doamne, să aducem roade spirituale după un cer. Să schimbăm viața noastră, să o pregătim pentru vinirea ta. Ajută-ne, Doamne, să aducem acel mer pe care Tu l-ai jertfit, Doamne, să primim în inimile noastre, care să locuiască, să trăiască, să ne conducă pe acest pământ, ca la venirea Sa, Doamne, să ne ia, să ne răcască la cer. Ajută-ne, Doamne, și întărește-ne Tu. Binecuvântă pe fiecare în parte. Deschide-ne, Doamne, și fiecare să se gândească asupra vieții sale. Să vadă, Doamne, ce roade cu ce roade a venit înaintea Ta. Și ce poate să-i spui Lui? Și ce vom spune când vei veni Tu? Pregătește-te și fii slăvit de acum și în veci. Amin. Se termină. Noi cu tot și vis.
То есть смотрите, насколько была велика любовь Бога,
что еще нас не было на земле людей, еще не было созданы, мы не были созданы как люди для жизни на этой земле, но Бог уже создал все необходимое для нас. То есть насколько велика Его любовь, насколько Его велика Его мудрость и продуманность в том, что Бог уже создал все это необходимое для нас. И вы знаете, когда мы живем на этой земле, входя в каждый день нашей жизни, вот что интересно, когда мы просыпаемся, появляется какой-то такой страх, вот начинается новый день, начинаются новые проблемы, новые трудности. Но когда заканчивается этот день, как мы смотрим на этот день? Совсем по-другому, правда? Почему? Потому что мы видим, что он устроился. То есть все произошло, все нормально, все хорошо. И мы задаем вопрос, почему так происходит? Потому что Бог уже все продумал. Что Бог уже все приготовил, то есть до этого дня. И когда мы живем на этой земле, действительно вот, важно знать то, что Бог уже все приготовил для нас. То есть не жить в этом страхе, не жить в этой боязни, не жить вот в этом каких-то переживаниях. Но знать то, что насколько велико, сильно Бог любит каждого из нас, что входя в новый день жизни, мы должны уже знать, что Бог уже приготовил все для нас. То есть что мы имели, что кушать, что мы имели, что одеться, что мы имели, как жить, как питаться. То есть Бог уже приготовил. Мы на самом деле только получаем то, что приготовил Бог у нас, или берем по-другому. И Библия говорит о том, насколько важно действительно не забывать о том, что мы созданы Богом. И Бог создал все для нас. И самое главное, я думаю, в жизни человека на земле, вот смотрите, кто вернулся, вот прошел день, мы к концу дня дошли. Прошел месяц, мы к концу дня дошли. Вот сегодня у нас праздник жатвы, прошел как бы еще один период жизни, это год, и мы опять дошли вот этого периода. И если мы посмотрим назад, что мы видим в этих периодах жизни? Что мы видим? И действительно мы видим Божью руку, которая заботилась о нас и давала все необходимое. И Библия призывает нас о том, чтобы мы вспоминали Создателя своего, как того, который действительно любит. И интересно то, что в человеке есть вот такое как бы как ощущение в конце дня. Слава Богу, прожил еще один день. Действительно важно понимать то, что у нас действительно есть за что благодарить Бога. За жизнь. Действительно великий дар. Кто из нас может прибавить себе жизни или взять ее сам? Кто? Жизнь исходит от Бога. Кто из нас может вырастить сам на этой земле что-то? Тоже никто. Потому что все это приходит от Бога. Бог заложил программу жизни на этой земле. И дай нам Бог действительно в каждый день нашей жизни вот ощущать вот эту радость от каждого прожитого дня. Чтобы каждый день для нас был как праздник. Вот закончился день, слава Богу, прожили. То есть как праздник того, что жизнь дарована Богу. Все необходимое даровано Богу. И вот это ощущение, когда человек начинает так чувствовать, оно приносит ему радость жизни и уверенность. Уверенность в том, что каждый день принесет что-то свое, что Бог его не оставит, что Бог даст ему необходимую жизнь, что Бог будет заботиться о нас. От нас людей нужно только одно – довериться Богу. Довериться Ему во всех наших жизненных трудностях, наших проблемах. И самое главное, написано «благодарное сердце». То есть благодарить Его за то, что Он для нас дает. Он действительно достоин того, чтобы Его благодарить. Он действительно достоин того, чтобы Его славить, потому что Он создал все для нас, является нашим создателем. И пусть нас Господь нам поможет действительно прожить эту жизнь так, чтобы каждый день нашей жизни мы не забывали, что на себе есть Бог, который все приготовил для нас. Аминь. Сейчас мы сделаем специальную молитву благодарности Богу за урожай. И я предлагаю, чтобы пригласить сюда разные поколения. Думаю, что было бы хорошо, чтобы самый молодой из нашей церкви вышел и самый старший из мужчин. Рафель, подойдите сюда, пожалуйста, мы будем молиться. И кто самый молодой у нас? Из мужчин. Из мужчин. Из мужского рода. Я думал за Денисом, но не вижу его. Вон там, наверху, Денис. Распускайся. Переемственность поколений. Отцы, деды, сыновья, внуки служат Господу. И сегодня я хотел бы, чтобы и молодые, и старые, чтобы мы все прославили Господа за урожай, который Бог подарил. Денис, пожалуйста.
за хлеб, за хлеб, за водичку, помолитесь. Я буду благодарить Бога за хлеб духовный. Станем на Бога. Бог, спасибо за эту пищу, за хлеб насущный. Спасибо тебе за этот урожай. Спасибо тебе, что ты нам помог его возделывать. Спасибо тебе за все. Аминь. Аминь. Тата Терезка, ты смог же мимо. Тем всего, тем Иисусу Христу, земля назвалась, вторая земля. Ту не казык не милует, ту не дам не лечився, не так смеет, но казал так, создам славу на речи, что на чуне. Качтуешь креатору в луме. Как смолчумим, дам Иисусу, как ту отходил от цепуку татал. Шай зедит черу, пементу. Шай дат, что на тенце я честят и пементу. Tu ne-ai dat pâine de toate zilele, Doamne Iisus, tu ne dai ploaie, timpurie, târzie. Tu ne dai apă, Doamne Iisus, apă vie, Doamne Iisus, care ești Tu, Doamne Iisus, că noi fără apă nu putem trăi, Doamne Iisus, dar Tu ești un altul puternic, care face aceste lucruri în toate și în toate. Slavă ție! Îți mulțumim, Doamne Iisuse, că Tu ne-ai păzit și ne-ai miluit. Tu ne-ai dat roadele acestea pe acest pământ pentru noi. Noi nu suntem vredni să-ți mulțumim de mila și dragostea care ai de noi. Slavă ție! Binecuvintează, Doamne Iisuse, tot norodul, să creadă în Tine, să fie la pocăință, ca să fie adevărat copiii Tăi, să-ți dea slavă, mărire și înțelepciune, că ții scurie, că și Tu ești cu Dumnezeu, vechiul și Dumnezeu. Slavă, aleluia! Pentru toate Te măresc și slăvesc. Mărirea Tatălui, Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Amin. Отец Небесный, мы сердечно благодарны Тебе за этот прожитый год, этот сезон до этого момента, до жатвы. Благодарим Тебя, Господи, за то, что Ты послал хлеб, Ты дал, Господи, это благословение в нашей земле, на наших огородах и полях и садах. Слава Тебе, Господи, за всех, кто трудился на этих местах, кто сажал эти семена, кто возделывал поля, сады, огороды. Благодарим Тебя, Господи, за этот тяжелый труд, который был сделан. Но этот труд увенчался славою, этой жатвою, Господи, которую Ты дал, эти прекрасные плоды. И мы сегодня благодарим Тебя за все это, то, что Ты нам подарил. Мы славим Тебя, мы поклоняемся Тебе за хлеб. Благодарим Тебя за дождь ранний и поздний, который Ты давал, и не было засухи. Слава Тебе, Господи, что мы имеем чистую воду, которую можем пить. Господь, и особенная благодарность Тебе за Слово Твое, за Библию, которую мы имеем в наших руках, этот хлеб небесный, который Ты даешь на каждый день, для того, чтобы мы питались духовно и жили по нему. Будь возвеличен и прославлен за все Твои благословения, наш Бог, во имя Отца, Сына и Духа Святого. Аминь. Я попросил себе.
Вы когда молите эту муку? Из чего мука? С зерна? Манка? Вы кушаете белый хлеб из зерна. Зерен очень много. Составляет одно тело. И вот с этой манки, братья и сестры, когда делают помог, если мы не будем иметь высококачественную муку, мы хлеб такой не кушать не будем. Нет. Почему? Потому что забрали манку. Я одного года был в селе Дроки, тонну 200 смолов муки. Жена говорит, иди мне принеси чистую муку. Откуда? Манку забрали. Хлеб расплывался. И не жвачка, и не тесто, просто разлазилось полностью с корыта. Вот, братья и сестры, как Господь сотворил это семя. Слово Божие говорит нам, и вышел сеять семя. Иное упало при дороге, иное упало на каменистую почву, другое упало на хорошую почву и так далее и тому подобное. Дорогие братья и сестры, мы должны радоваться этим и веселиться, а именно за что? За Слово Божие. Что сегодняшний день апостол Павел говорит, молитесь, и так молитесь за нас, братья, чтобы Слово Господне распространялось и прославлялось, как у вас. Вопрос возникает такой, как вы сегодня проповедуете Слово Божье? Как? У нашей селе проповедуется Слово Божье, люди поворачиваются спиной. Почему? Не хотят. Апостол Павел говорит нам, а именно, имейте дневное пропитание одежду, будьте довольны тем, что есть. Пусть Господь благословит вас. Пусть благословит Господь благоустройство вашего города. Пусть Господь благословит ваших детей, ваши семьи. И да пошлет Господь мир на землю, благословение. Духом Святым Своим и на вас. Аминь. Аминь. Мы читаем Евангелие от Матфея, 13 глава. Мы читаем с 37 стиха. Он же сказал им в ответ, «Сеющий доброе семя есть Сын Человеческий, Божий есть мир, доброе семя – это сыны Царствия, а плевелы – сыны лукавы. Враг, посеявший их, есть дьявол, жатва есть кончина века». А жнецы – суть ангелов. И я хотел бы, чтобы мы обратили внимание на вот этот текст. «Жатва есть кончина века». Аминь. Занимайте, пожалуйста, места. Мы сегодня поговорим в рамках нашего праздника жатвы, но будем говорить о последнем времени. То есть, это время, в которое мы с вами живем. И я думаю, что никто сегодня и спорить не будет, что время последнее, время тяжелое. Часто мы задаем вопрос, когда вышли из дома и не взяли с собой часы, кто-то проходит мимо и спрашивает, сколько время. И это нормальное явление. Мы хотим знать, где мы находимся, в каком времени, сколько времени. Люди многие уже старые по солнцу определяют, где уже примерно находится время, какое время. Друзья, очень важно нам знать время на Божьих часах. И это время свидетельствует о том, что оно уже приближается к концу. Это Божьи часы показывают, что уже осталось очень-очень немного времени. Вы знаете, на земле все подчинено времени. Мы подвластны времени, и братья сегодня уже упоминали, что всему время свое. Время рождаться, время умирать, время, когда сеем, время, когда собираем. Время определяет наши жизни очень много, и очень важно за ним следить. Друзья, время определяет начало чего-то и конец, и даже наше богослужение, оно тоже имело время начала и уже время конца. И мы согласились еще немножко оттянуть по Божьей благодати это время, чтобы еще услышать одну проповедь. Друзья, но то, что в глобальном значении, в отношении Земли,
Сегодня даже ученые, люди, политики, они соглашаются о том, что такое время, как сейчас, оно никогда не было. И это все подводит к тому, что люди понимают, что это последнее время. Что это время, когда Бог поставит свой конец. Конечно, люди по-разному это оценивают, по-разному говорят, но то, что Иисус Христос говорил, это жатва кончина века. И сегодняшний праздник, он сегодня нам об этом говорит. Так как для того, чтобы были выращены эти овощи, эти плоды, когда-то было поставлено семечко, когда-то был посажен этот саженец, сегодня есть урожай. Как итог, как конец этого периода, этого сезона. Бог говорит, что подобно есть и свой порядок, когда Бог сотворил землю, когда сотворил человека, и есть время, когда Бог поставит предел, поставит конец всему, что здесь происходит. Итак, жатва – это кончина. Но представьте себе какого-то чудака, который пошел на поле и собирает там вместо пшеницы, собирает солому. Или полов. Зерна оставляет, а собирает это. Да, конечно, иногда мы используем что-то и это в своем хозяйстве. Да, и мы даже и колючки и иногда для лечения используем какие-то лекарственные травы, которые не являются настоящим плодом. Иногда мы и это используем. Но, друзья, я хотел сегодня говорить о том, о тех проблемах, когда в жизни человека оно не принесет никакой пользы ни ему, ни окружающим людям, а это будет только убытки, когда вместо принесения доброго плода ты живешь для себя. Это большая, большущая проблема. И, друзья, вроде бы казалось бы, ничего страшного. Подумаешь, ну вот живу для себя и... Но все равно положит Бог конец. Будет эта жатва, будет эта уборка урожая, когда Бог определит, посмотрит на тебя, и что там будет. Будет ли драгоценный плод? Может, он небольшой, может, он маленький, но все равно помидоры остаются помидоры, а на плод. Будет ли там плод, или там будет только ботва, листья, или там будет что-то только то, что вроде сопутствует. Но на самом деле там не будет плода. Рядом возле этих плодов, которые мы принесли сюда, которые мы вырастили, было много вещей. Была ботва, были листья, но мы не собирали листья. Предназначение этого всего растения было плод именно, а не только те вещи сопутствующие. И Господь это говорил, что отделит семена, и зерна заберет в житницу, а эту полову, эту солому что сделать? Сожжет огнем великим. Итак, листья и ботва, которая была рядом возле этих плодов, она не плод. Оно не то, что должно быть. И поэтому Господь сегодня, вот через этот праздник жатвы, Он нам говорит о том, что и в нашей жизни ценится плод, который мы принесем, не то, на чем этот плод рос, не то, что приносило этот плод, а именно сам плод, он ценен. И поэтому сегодня, друзья, дорогие, пусть Господь помилует нас, чтобы мы поняли, что важен плод, а не та солома, которая сгорит огнем. И да, кончина века, она определит все это, поставит на свои места. Кончина и наша с вами тоже определит. И Бог посмотрит на нашу жизнь с вами. Христианин, отвергни себя, люди. Живи для Господа. Отвергни самого себя и живи для Господа. И будь послушный. Вы знаете, себе самолюбие, оно нам мешает прийти на богослужение в среду, в субботу. Самолюбие мешает нам решить другие проблемы, чтобы служить другим.
Я хотел бы призвать сегодня, братья и сестры, давайте мы отвергнем вот эту причину, по которой будет тяжелое время последнее. Самолюбие. Отдадим себя Господу всецело и полностью, и будем служить Ему. И если ты, дорогой брат, сестра, независимо, сколько ты лет уже член церкви, независимо, сколько лет ты живешь в церкви, но если ты увидел в себе самолюбие сегодня, я прошу тебя, не уходи с ним домой. Приди к Иисусу и скажи: Господь, забери, вытри, удали из моей жизни это самолюбие, потому что оно меня погубит. Если я буду жить так дальше, это меня приведет к погибели. Это отравляет жизнь вокруг меня. Господи, спаси меня от самолюбия. Я хотел бы, чтобы сегодня такие молитвы звучали, потому что все мы подвержены этому самолюбию. Потому что мы все родились с этим эгоизмом в своей жизни. Хотел сегодня обратиться к тем, которые еще не в церкви, кто еще не отдал свою жизнь Иисусу Христу. И я знаю, что я хочу тебе сказать, дорогой друг. Одна из причин, почему ты еще не доверился Иисусу Христу, тебе самолюбие не пускает. Потому что тебе надо отказаться от каких-то твоих любимых грехов. Твое «я» говорит: нет, ну как? Как ты покаешься и пойдешь в церковь? Тебе же надо решить еще какие-то проблемы. И дьявол ставит тысячи проблем. Надо выдать замуж дочку, женить сына, надо закончить работу. Дорогой друг, самолюбие и сегодня тебя не пускает прийти в церковь, доверить свою жизнь Иисусу Христу. Но если сегодня Иисус проговорил твоему сердцу, и ты слышишь, как Он нежно зовет тебя и говорит: «Приди ко мне, придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Если ты слышишь этот призыв, если Господь тебя зовет, иди к Нему. Беги, потому что твое самолюбие, оно тебя погубит. Оно тебя не приведет ни к чему хорошему. Слушай призыв Иисуса Христа и откликнись. Откликнись сегодня. Не оставляй на завтра, не оставляй на другой день. Сегодня время благоприятное. Сегодня день спасения. Что бы ни случилось в твоей жизни, как когда-то сказал один из пророков: кончилось лето, прошло лето, кончилась жатва, а мы не спасены. Пусть Господь помилует тебя и даст тебе спасение сегодня через веру в Иисуса Христа. Иди к Нему. Аминь. Мы сейчас будем молиться. И если Господь коснулся твоего сердца, ты хочешь Ему что-то ответить, если ты хочешь покаяться, или если ты хочешь исповедовать свой грех, делай это сейчас. Молись, выйди сюда вперед, и мы вместе будем молиться, вместе будем плакать, для того, чтобы самолюбие наше не господствовало, чтобы оно не погубило. Аминь. Будем молиться. И исполни Духом Святым, приноси этот плод, любовь, чтобы все могли пользоваться, Господи, чтобы я мог любить и любить так, как Ты. Благослови, Господи, я прошу Тебя. Благослови всех нас, я прошу Тебя. Ты видишь, братья, сестер, каждого отдельности, кто вслух, кто в тишине своего сердца молится и просит Тебя очищения от самолюбия. Господи, услышь на высоте небес и очисти, Господи, народ Твой от этого порока, который делает это последнее время таким тяжелым. Я молю Тебя, Господи, чтобы дети Твои, они могли быть самоотверженными для Тебя, чтобы они могли отвергнуть себя и взять крест, следовать за Тобой. Господи, куда Ты ни пошел, что Ты бы ни делал, чтобы дети Твои делали то, что Ты хочешь, чтобы прославить Тебя, то, что Ты делаешь. Господи, услышь мою молитву, благослови и помилуй нас. Во имя Иисуса Христа. Еще раз благодарен Тебе за этот прекрасный плод, который мы имеем в нас. Благодарю Тебя за эту самоотверженность всего творения, которое Ты сотворил для нас. Эти деревья, эти сады, эти плоды, они не для себя приносят эту сладость, этот вкус, но для нас, Господи. Помоги нам научиться этой самоотверженности. Помоги, Господи, нам научиться жить для других, для Тебя, Господи, для ближнего. Я умоляю Тебя во имя Иисуса Христа. Будь прославлен в нашей жизни. Аминь. И вот хотел спеть псалом, знаете, который начинается в церкви. Там, где такой припев: «Встань, поднимайся, верный народ!» То есть я хотел призвать вас, чтобы встать, чтобы наш плод, он был живым, настоящим,
чтобы, знаете, если бы мы любили, любили бы по-настоящему, как Христос, если бы мы должны радоваться, радовались бы, как Христос, если бы мы должны были бы благодарить, чтобы эта благодарность была наполнена всеми нами. Знаете, потому что Бог к этому каждого из нас призывает. Святого Духа, да пребудет с нами вечно. Аминь.